Жара опустилась на Нижний Новгород. Как и обещали синоптики, первый день последнего летнего месяца оказался жарким. Местами столбики термометров поднимались до 32 градусов. В итоге самыми популярными местами в городе, даже несмотря на будний день, стали пляжи. Ну, мы вообще целый день из воды не выходим, все время сидим в воде. Меня не вытащишь. Вообще жарко, но очень комфортно за счет того, что рядом вода, ветерочек с воды. Лучше, чем в городе, где асфальт. Мы играем в обливалки, не так жарко, и бегаем. Сегодня вылили друг на друга по 6 бутылок. Самое главное – это раздеться, как бы побольше снять с себя одежды, позагорать. Меня спасает шляпа. Она меня продувает, она не наша, не отечественная, она германская. От жары спасаюсь зонтиком. Помогает? Помогает. Квас пьем. Пьем, пока не располнеем. Самый действенный способ – это сейчас вытащить ведро воды, встать на землю, босыми ногами вылить. Ну, давай, с головой. Да. Теплее на нем. Хорошо. А мне не останется. Ничего. Вот как хорошо. Встать по струю и наслаждаться. Да. Прохладой. Ноги тут мочим. Но потом опять же все высыхает и хочется еще раз зайти в фонтан.